Всем привет! Сегодня у меня хачапури с капустой. Капусту я уже стушила, она уже готовая. Сейчас я буду делать тесто. Тесто я готовлю. Это чудо-тесто, которое у меня есть в видео. Это на самом деле чудо-тесто, потому что из него можно приготовить как сладкую выпечку, так и вот как хачапури. И у меня тоже стоит видео, где я пекла пирожки с мясом. Поэтому это такой оптимальный рецепт, который я часто применяю. Теперь секрет этого чудо-теста. Здесь у меня 1 чайная ложечка соды. Делим ее на 3 раза. Посыпаем на тесто. И вымешиваем. Делаем так 3 раза. Сода на самом деле удивительное средство, которое по-разному действует. Все спрашивают, почему в тесто надо добавлять соду, а не в кефир. Можно в кефир, но происходит другая реакция и другой результат, естественно. Поэтому это такой вот способ, очень такой удивительный. Сода работает по-другому, и тесто такое становится воздушное, оно хорошо поднимается. Многие, видимо, соду боятся, но сода, оно очень хорошо действует на организм, ощелачивает, поэтому все нормально. Мягенькое, очень такое воздушное тесто получилось. С тестом можно сразу же работать. Достала из духовки хачапури с капустой, с пылу с жару. Они очень вкусные. Попробуйте, они вас приятно удивят. Желаю вам добра, любви, процветания. До новых встреч!
Теста мало, капусты много. И вот такая корочка здесь такая хрустящая.